Вы назвали, что в Красном Яре прошел аукцион по школе, а вот почему тогда у администрации, вернее у заказчика, это в данном случае комитета и сами школы, такой избранный подход? Вот, например, 27-я, 11-я, Елюзань, Наумовка, школы все действуют закупку единственного поставщика, ведь товары и услуги представлены на рынке в полном объеме. Почему некоторые школы осуществляют аукцион, остальные делают единственный поставщик? Все процедуры проходят в рамках установленных и предусмотренных законом прав, поэтому и руководители, и директора школ, принимая решения, действуют, опять же, в рамках закона. Но тогда как осуществляется выбор поставщиков? Вот другие предприятия, учреждения нам звонят и говорят, что это нечестно. Кто говорит, что это нечестно? Ну, я не буду называть организации, но в любом случае, я думаю, что если бы ФАС отправилась бы заявку, вопросы у ФАС к этому процедуре были бы. ФАС все документы можно отправить. Могу еще раз подтвердить, данная процедура проводится в соответствии с законом. У руководителей есть такое право заключать подобным образом договора.